Всем привет, друзья! Это небольшой обзорчик Рика и Морти. Я что могу сказать? Это карманный синтезатор, в котором есть уже определенные пресеты, есть определенный саунд. Holy crap! I'm Mr. Meesy! И все это сделано в стиле Рика и Морти. То есть все, во-первых, оформление, да, дизайнчик. Да плюс все звуки, да, ну и вообще Teenage Engineering достаточно крупная и серьезная компания, которая делает неплохие гаджеты, интересные достаточно. Вот, ну давайте посмотрим функционал, что можно сделать. Я подключил его по 3.5, да, нашему входу микрофонному, это как наушники и микрофон, да. Есть также еще линейный выход на запись, я пока что-то не совсем понял, как пишется звук через линейный. Почему? Потому что при подключении к карте он почему-то слишком тихий. У меня подозрение, что нужен моно-моно прям. Но пока у меня такого нету, будем тестировать запись через микрофонный сигнал сразу в нашу, скажем так, секвенцию. Звучит он прикольно. Достаточно интересно. И хочется отдельно отметить, что здесь, в принципе, достаточно удобный формат лайв-сессии. Сейчас покажу, как это устроено. Holy crap! Holy crap! Holy crap! Holy crap!
Ну вот как-то так. Есть еще отличная функция, пока отключу от микрофона. Есть отличная функция записи. Мы выберем, к примеру, другой паттерн. Его сейчас сотрем. И, к примеру, нам нужно... Вот эту фразу мы можем стереть, к примеру, записав какой-то сэмпл. Давайте сделаем это. Вот один сэмпл есть. Ну, какие-то сэмплы записали. Gotta block, 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 got
Интересный гаджет есть у Teenage Engineering, и я считаю, что с этим синтезатором можно много экспериментировать и использовать во всяких прикольных штуках. Вот, поэтому ставь лайк, если понравился видос. До скорых встреч, с вами был Антон Бустер.